Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова я, Елена. Прежде чем мы перейдем ко влогу, хочу рассказать вам об очень интересном сервисе, об очень интересном сайте, который поможет вам продвинуть ваш Instagram-аккаунт. Очень многие, кто продвигает и занимается SEO-оптимизацией, советуют использовать данный способ. Способ заключается в том, что вы, ну вот как простому обывателю продвинуть свой канал, если он делает все, и красивые фотографии, и какое-то оформление, и, не знаю, тематику какую-то использует интересную. Ну, то есть все такие фотоэффекты он использует по максимуму, но его страничка, ну, никак не поднимается в топе, никак не набираются подписчики, и лайков очень мало. Я не говорю вообще про комментарии. И очень многие, кто из специалистов, кто занимается продвижением страничек и там YouTube-каналов, SEO-оптимизации, многие специалисты говорят, что в Инстаграме очень хорошо действует, да, такая многолетняя практика, как можно самостоятельно продвинуть свой аккаунт. Вам необходимо каждый день подписываться на 100 каналов, на 100 страничек, да, лайкать первые 1-2 фотографии, просматривать сторис и спустя там сутки отписываться от людей. От этих 100 страничек, на которые вы только подписались. Тем самым, как бы так работает внутренняя система любой соцсети, что когда вы интересуетесь кем-то, этот кто-то узнает и приходит к вам. И если ему интересен ваш контент, он на вас в ответ подписывается, в ответ ставит лайки. И дальше уже работаете вы как бы как компаньоны, то есть если ему нравятся ваши фотографии, он их комментирует, лайкает и так далее. И также вы работаете с ним, если это нужно взаимно. Но тут задача в чем, что вы должны подписаться на эти 100 человек, а потом отписаться, тем самым набирая себе аудиторию. Но представьте себе, что вы сидите каждый день, помимо того, что вы работаете, там учитесь, у вас домашнее хозяйство, домашние животные, дети, вам еще нужно целый день, да, там, ну, не один час, я вам скажу, потратить на то, чтобы в сутки подписаться на 100 Instagram-аккаунтов, лайкнуть 100 фотографий с этих аккаунтов, просмотреть 100 сторис с этих аккаунтов. И спустя сутки вам нужно не просто отписаться от этих 100 аккаунтов, а вам нужно еще на 100 других подписаться и сделать все то же самое. Поверьте мне, это довольно сложно. Поэтому появился такой сайт, который все это делает за вас. И раньше были такие приложения, были сайты, которые делали это за вас, но они делали это нелегально. Сейчас появился сайт, который делает это легально, и за это вас не забанят. Сайт называется BeLiked. Ссылочку на него вы найдете в описании под видео. Проходите, регистрируйтесь. Каждому новому зарегистрировавшемуся предлагается 3 дня попробовать эту систему бесплатно. Дальше уже нужно будет оплачивать, если вам это необходимо, там за месяц можно попробовать в течение месяца, полгода, год, то есть это уже на ваше усмотрение, вы можете сразу воспользоваться нескольким количеством месяцев, оплатить их и уже наслаждаться результатом. Я вам скажу, что я пользовалась этой системой 3 дня в виде теста, да, и я уже сейчас вижу результат, то есть у меня вдвое, за 3 дня всего лишь, у меня было около 400 подписчиков, у меня вдвое увеличились подписчики. Да, они, кто-то уходит, но большая часть остается. У меня появилось больше лайков,
и несколько комментариев. Ну, комментарии, как я считаю, в Инстаграме не настолько важны, сколько важны подписки и лайки. То есть, чем больше вас просматривают, вас лайкают, тем больше еще народу вас увидит и к вам придет. Поэтому очень советую воспользоваться возможностью бесплатного тестирования данного сайта на 3 дня. Попробуйте, если вам понравится, вы можете уже воспользоваться платной версией. Но попробовать бесплатно 3 дня очень советую. Вы просто сами увидите результат. Так что обязательно попробуйте, ссылочка будет в описании под видео. Проходите, регистрируйтесь, и вы увидите результаты действительно. Еще хочу добавить, что многие могут сказать, что вот тебя за этот сайт тоже забанят. Хочу сказать, что на этом сайте стоит ограничение. То есть этот сайт делает за вас эту работу, подписки, лайки, просмотры, делает все это за вас абсолютно легально. То есть вас не забанят. На сайте есть лимит. Определенное количество подписок в сутки, определенное количество лайков, определенное количество просмотров. Сторис за сутки. То есть он не превышает, он делает даже чуть меньше на начальных этапах, меньше положенной нормы. То есть тем самым это как бы выглядит как будто бы естественный процесс, который вы сами делаете. Поверьте мне, очень много людей, которые самостоятельно в сутки подписываются на очень большое количество людей, просто не у всех есть на это время. Поэтому данный сайт, он делает это официально, повторюсь, и в рамках допустимых норм. И советую попробовать бесплатный режим на 3 дня, на 3 суток попробуйте. Очень советую. Ссылочка будет в описании. А теперь влог. Друзья, всем привет, у нас новый день. У меня уже утро и второй завтрак. У нас сейчас где-то 11, наверное, часов, 11:30. Первый завтрак у меня был где-то часов 8 утра, наверное, в виде банана и стакана воды. Потом я мыла морозилку. И сейчас вот у меня основной завтрак плюс травяной чай, расслабляющий, успокаивающий. Вот. И у меня гречневые хлебцы с ПП-паштетом. Рецепт скоро появится на канале, так что подписывайтесь, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить такой обалденный рецепт. И обязательно приготовьте, это просто обалденная вкуснятина, к тому же еще и полезная. Вот, а сейчас пойду монтировать видео. У меня скоро появится очень интересное видео для творческих людей. И вообще еще очень много обзоров всяких нужно снимать, так что дни забиты, дальше некуда. Увидимся чуть позже. Приятного всем аппетита! Друзья, всем привет! Мне наконец-то привезли новую печку. Вот она в коробке. Скоро я ее буду распаковывать и тестировать. Ну, как тестировать? Я ее буду пробовать, да, в деле. Мы будем с вами готовить очень интересный, вкусный рецептик. И просто тем самым я хочу поучаствовать в конкурсе от Китфорд. Поэтому будет отдельное видео. Вот. Еще там я забрала посылку с книгами. Такого размера количества книг вообще давно не заказывала, поэтому там очень много книг. Еще, по-моему, 5 или 6 книг были в подарок. Это просто безумное количество. Вот, и сейчас я хотела вам показать одну маленькую посылочку, которую я забрала недавно с пункта доставки, и хочу показать вам, что там. Итак, та-дам, вот она посылочка. Посылочка довольно вместительная, она не умещается в кадр. И давайте ее развернем. Я уже заглядывала.
Здесь просто куча, гигантская куча наполнителя. И там под наполнителем прячется маленькая коробочка. А там больше нет ничего. То есть только один наполнитель, который потом можно использовать, кстати говоря. Так. Уберем этот наполнитель. И давайте посмотрим, что же здесь в коробочке. Коробочка у меня от Kiehl's. Я проходила опрос на их сайте. И в результате этого опроса я выиграла... Ну, как выиграла? То есть всем, кто проходит опрос, всем дают в качестве подарка вот такой вот наборчик. Сейчас я вам его покажу. Там есть мужские наборы и женские. То есть, если вы мужчина, который проходит тест на их сайте, то вы выбираете мужской набор. Если вы женщина, то женский. И здесь у нас набор масок. Я вам хочу сказать, что, конечно, выиграть, да, это одно, и купить это совсем другое. У них продаются этот же набор масок, и он стоит там недешево, скажем так, совсем недешево. Вот, маски, скажем так, премиального класса, поэтому я решила, ну, что уж там. А в данном случае я оплачивала только почтовую доставку или курьерскую доставку. В общем, я выбрала минимальную сумму, по которой возможно оплатить доставку. И, собственно, вот такие масочки мне пришли. Здесь ни слова на русском, я вам скажу, но я приближу, посмотрите сами, если интересно. Здесь что-то написано с авокадо. Буду смотреть на сайте, там есть полное описание каждой маски и для чего она, как и куда ее нужно применять. Вот. Маска написана ультра. Я не знаю английского, гидративная маска, что-то такое. К сожалению, я так его и не выучила. Вот такая вот. Красивый такой пакетик, оранжевый, сочный. Вот такая вот. И последняя вот такая. Так что вот такой наборчик масочек, который, я вам скажу, опять же повторюсь, да, на сайте можно купить этот набор за реальную, ну как бы за реальную, за полную сумму. То есть, если вы не проходили тест, опрос, то эти маски можно только купить. И стоят они недешево. Но если вы прошли опрос, то их можно получить в подарок. Я постараюсь найти ссылку, если она еще активна, на этот опрос. Оставлю ее в инфобоксе под видео, так что участвуйте. Курьерская доставка составила, по-моему, всего 240 рублей. Мне кажется, что это недорого даже для пробников. Получается около 50 рублей за пробник. Но учитывая, что маски премиум-класса, то это можно сказать, что дешево. На самом деле я заметила, что в некоторых магазинах, скажем так, с элитной косметикой, пробники не дают бесплатно, их там продают. Так что, в принципе, я не думаю, что я потратила деньги на ветер. Вот, буду пробовать, потом вам расскажу. И опять же, если ссылочку найду, оставлю ее в описании под видео, постараюсь найти, но не факт, что этот самый опрос у них еще действует. Вот. Вот такая у меня приятная посылочка была.